Всем привет! Вы на канале 13 порций. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Или можно сказать, время суток так. В общем, добрый вечер уже, можно говорить. Да, ближе к вечеру. Уже Ваню забрали с садика. Папа у нас приехал. Папа приехал домой. Владик только приехал. Папа с Майкопа приехал. Владик приехал. А он сам расскажет, откуда он приехал. С техником. Что ты делал? Мы сегодня празднуем. У нас сегодня маленькое событие такое, небольшое. Я сдал диплом на 5. А я там 3 года. Это у меня кола. 4 мы. Ладно, все, еще одну. Погромче, что? На сколько сдал? На 5 сдал. На 5. Это по-моему. Мы празднуем 5-ку. С оставшимися детьми. Василий, скажи, пожалуйста. 30 числа у Влада получение. В 6 часов торжественное. Утро. Вечер. В 6 вечера торжественное получение. Подожди. Кстати, я не знаю, утро или вечер. Она не сказала. Давай не будем. Но мы приедем с утра будем. Вдруг пропустим. А если не будет, то вечером, да, приедем? Не, мы будем стоять. Мама петли. А, до 6 вечера. Ну, раз ты не знаешь, а как? Ну, позвоню, знаем. Ну, ты что? На все эти рабочие дни работают, не у группы еще 2 штуки. С практикой нет. Звонить мне. Я несу в этот раз сочный. Да? Угу. Нас сегодня. Сухой. Уставший приехал. Все. Отстрелялся. Закончилась беззаботная жизнь. Началась самая тяжелая жизнь. Беззаботная жизнь. Я думаю, я после армии еще учиться. Это было раньше, как в 9-м году. Все было раньше. Это колочек даже писали. Ну, пока эта цель как бы тебе ставишь, ты если приду, то еще учиться. В 50 лет пойдешь еще учиться, да и все. Ой, ну. Будешь азбуку вспоминать. А ты ручка придерживай. Ты чего, ничего не ешь? Сколько вас человек сегодня сдавало? 19. Было 20. А где 20-й? Ну, Сашку уж исключи. За то, что ничего не делает, да? Сашка, это наш? У которого 70% пропуска. Нет, недавно, по-моему, да, совсем? Ну да. Он сам приходил, заявление писал при мне. Когда зимой, вот перед Сочи. А ему поехать. Сколько лет? Ему сейчас тоже 20. Ну, он уже жениться хочет. Он его там свою жизнь. Давай, он что-то едет. Не взяли, после Костопия. Ну, он вот так до школы. Наверное, мама и папа могут поговорить. У него плоскостопие. И вот, кстати, Василия и Витю. Витю за зрение не берут. А Василия одногруппника тоже из-за плоскостопия не возьмут. Ну, у него там, как они сказали, нагревая сердечная достаточность за вес. Он тяжелый. Большой. А, это вот этот большой. А, нет, большой был у вас на сдаче. Футболки пришел сегодня. Да, кто? Он в футболке был Сирий, когда это, Вась... кто? Это Василий был, да. Он пришел на сдачу. Вот у меня имею в виду его. У него плоскостопие и еще, возможно, сердечная достаточность за вес. Все были в рубашечке, а он в футболке, да? Не все. Он в футболке был. Ну кто еще в футболке был? Этот. Маханько был в футболке в белой. Ну, он белый, да. Смотрел фотографию. Ну, они как раз она пришла, они вдвоем попались. Ткаченко и вот Васька. Под нее, под замдиректора. Попались они. Она потом после его выступления ушла. Ну, Ирина Олеговна так вот чуть-чуть. Ну, она не стала ничего ругать, она говорит, просто говорит, ну, припозорил меня. Это то, что в футболках? То, что говорит, в футболках. Ну да, она вчера написала прям в группе, чтобы пришли нарядно. Это сделано... Уже взрослые ребята. Но родителей никого же не было. Родителей не было. Я знал, что не будет. Да и не пустили. Да почему? Может, да не принято.
Что ты хочешь, тортик? Не, она сказала, что дверь будет открыта, для, ну, чтобы проветривалось помещение. То есть хотите снимать на другом телефон, говорит, давай потихоньку, без шума снимайте. Я ем тирамису, тортик, вот этот тирамису, и запила кока-колой, и у меня шипит во рту. Это от кока-колы шипит? Или от тирамису тоже? Тирамису тоже. А у меня кока. Мне прямо так. Кока-кола, видать, какая-то не такая. Это не с яблоком. Тирамису, правда, уже просто. Да я ничего такого, да? Сейчас кто-то последний комментарий прочитала. Как девочки в лагере? Все хорошо. Сегодня с утра Ульяна в 5 утра написала сообщение. Мама, здравствуй. В 6. А говорит, в 5 проснулась. В 6 часу. Потом Анюта первая позвонила. Потом Снежана, Максим. Ульяна. Лучше всех Анютки. Она наша из Миранов. Да. Ей вообще все классно. Максиму грустно. Нормально, но дома лучше. Вот так говорит. Снежана то же самое. Ульяна больше хочу домой. А Никита? Никита сказал нормально. Говорит нормально. Домой хочу, ну нормально, как и Ульяне, в общем. Ульяна сказала, когда прошло 3 дня, она говорит, мам, такое чувство, что уже 6 дней как будто здесь. Дом, как говорит, не тянутся. Они сколько уже дней? Вам не 5 дней. Сегодня понедельник, вы уехали в четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. 4 суток. Да. Сегодня уже одного мальчика. С отряда Снежаны, Максима и Анюты забирают уже. Плачет сильно. Плачет. У них сегодня тоже первый день, очень хорошая погода. Их сегодня водили на море. Но они не купались, а просто сидели там. Я говорю, а пляж, им пляж видно. Я говорю, на пляже народу много, а Ульяна говорит, битком. У нас тут свой пляж есть. Только не так нагревается. Все? Да, иди за радостью. Мне попала одну такую кокуану. Вот если я вкусу, не это вреда. Ульян, что существенно не ешь, а живот наполняется. Ну ты ж покушал только приехал. На, я еще ем. Ничего, что ты только покушал. Ну как существенно? Торт. Какой, да? Ой. Какой вкусный. Завтра Рома. Ну, мама без Ромы. С папой. 7 часов. В общем, без 10:08 мне надо быть завтра на администрации. А Рома наконец-то все документы готовы, подаем Роме на жилье. То есть, подаем документы. Уже он тоже запрос давали туда, что приедет? Да, в Сбурятии долго приходил ответ, поэтому долго очень. И только вот... Только... Кстати, мы не знали, что, может быть, можно было тогда еще взять письма, у них тебя там были. Или бы сразу привезти их сюда. Какой? Белый? Белый или первый или второй? Вот этот или тот? Тот. Тирамису положите Ване, пожалуйста. Я вообще удивился, когда мне 5 поставили. Ты всегда вкусный этот. 5? Переспросил еще, говорит, 5. Нормально. Это очень хорошо. Ты учился неплохо. Хотя... Дипломы все 4-5. У всех? У меня. А? Все 4-5. То есть очень много четверок, но пятерок тоже немало. То есть я просматриваю, как просматриваю? Мы, получается, 5 с презентацией готовили к библиотеке. Она принесла нам пачку бумаг в каждом файлике. Для каждого файлика отдельная фамилия, свое имя для студента.
Она говорит, эти бумаги я даю вам, чтобы вы получили 30 числа, или ваши родители потом пришли за дипломом. То есть, она говорит, здесь все ваши оценки. То есть написано хорошо, отлично. То есть нет оценок, там написано хорошо, отлично. Ну я так пролистываю, у меня все хорошо, отлично, хорошо, отлично. Она говорит, все посмотрите, говорит, и в верхнем углу напишите, что с оценками согласен. Паспорт и даты, почты, даты и подписи. Потому что она говорит, если... Она говорит, тогда идите отсюда. Она говорит, если, говорит, вы, ваша фамилия неправильно стоит, и вы подписали, что вы согласны с фамилией, говорит, потом в будущем будет очень проблема. Она говорит, в дипломе неправильная фамилия будет стоять, а в паспорте другая. Все, говорит. Диплом не действительно будет. Или, говорит, вам придется фамилию менять по диплому. Очень-очень часто ошибаются буквой, и очень часто потом у людей проблемы. Поэтому всегда внимательно. У нас даже папа как-то один раз где-то написал фамилию, да? Какую-то оплату делал. Ну, я помню какую, ну, просто говорю. И фамилию, букву лишнюю добавил. Вместо своей буквы Р еще добавил. На 40. И сколько? Такая пухонька. Ну, такое у нас сегодня мероприятие. День сегодня не очень хороший. На том канале, в ролике мы уже рассказывали, что у нас сегодня ночью, скорее всего, хорек подушил утяг. Поэтому такое сегодня настроение у родителей. Да и только приехали все. Радостное событие, что Влад закончил учебу. Валерка поступает, закончил школу. Валера поступает. Ну, Валера только поступает, а ты уже закончил. Все. Да. Спасибо, сыночка, подлиза. Ой, подлиза. Каждый день ты красивая. Все. Ой, ну что, все так перекусили. Прощаемся. Всем пока, подписывайтесь. Подождите, не успеваю. До скорой встречи, друзья. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что были с нами. Не кушайте столовые. Не кушайте. Кушайте на здоровье. Кушайте на здоровье. Всем пока. Пока.